Принесли вот такую вот штуковину. Штуковина должна включать и регулировать яркость освещения. Включать она включает, но яркость сразу становится максимальной. Не работает регулятор яркости. Сейчас разберем. Посмотрим, что с ней могло случиться. Разобранном виде. Питание поступает вот отсюда, проходит на выключатель, включается, и через вот этот вот тиристор она выходит отсюда. То есть вот этот тиристор должен регулировать яркость освещения. Давайте его проверим. Ставим мультиметр в режим прозвонки. Во всех направлениях тирист прозвонится накоротко. Этого не должно быть. Данный тиристор вышел из строя. Требуется его заменить. Отпаяем, посмотрим его марку. Давайте проверим его без схемы. В открытом состоянии. Марка данного тиристора BTA20. Здесь установлен был BTA20-600V, 20 ампер 600 вольт. Такого не нашлось. Буду устанавливать BTA24-600. 24 ампера 600 вольт. Здесь он сделан на заклепке. Чтобы снять, придется высверливать. Неисправную БТАшечку высверлил. Новую уже устанавливаю на болтовое соединение. Смазал термопастой. Так, затянул гаечку. Устанавливаем на прежнее место. Немного флюсу. Выводы лишние удаляем. Флюс отработанный очищаем. Подключил лампочку. Сейчас проверим, заработало ли данное устройство. Так, включаем. Спиралька засветилась. Чем больше крутим регулятор, тем ярче светится лампочка. Вот так вот. Регулятор заработал. Причина была в пробитом BTA20. В данном регуляторе отсутствует предохранитель. Видимо, какая-то из лампочек коротнула и унесла за собой БТАшечку. Если бы стоял предохранитель, он бы сработал. Все бы осталось целое. Надо было бы только заменить предохранитель. Так, собираем это все в корпус.
Все готово. Регулятор восстановлен. На этом восстановление регулятора завершено. Всем спасибо за внимание.